Здравствуйте, добрые молодцы и красные девицы. А здесь Иван Царевич прискакал на сером волке с радостными вестями. Вышла моя новая книга «Вечный календарь». На основе крестьянского календаря месяца слова. Видите, как оформлено красиво. Для форзации здесь написал древнерусской вязью. Книга оформлена в древнерусском стиле. Сегодня 5 сентября. Почитаю вам смысл дня. 5 сентября. Луп брусничник. Также этот день называется Лупа. Лупинские морозы, утренники начинаются. Луп произошло от образа, что в этот день начинает лупить морозы. На лупа льны лупятся. На лупа мороз овес лупит. Как калина закалинит, так и лупа залупит. Утренник будет. Утренник – это древнерусское название утреннего заморозка. Народные приметы. Сбор брусники, приготовление блюд из нее, уборка льна и овса. Первые заморозки – лупинские, потом покровские, екатерининские, михайловские. В моей книге подробно расписаны природные заморозки осенью, морозы зимой. Пасхальный цикл Пятидесятница описан, когда сеять и сажать. Поэтому я приглашаю вас изучать, добрые люди, мудрость предков. На основе календаря Месяцеслова 365 праздников в году. Обычно в этот день случаются заморозки, в народе именуемые лупинские, после которых идут в лес собирать созревшую бруснику. Отсюда и название праздника брусничник. Луп походит. Рыжий муж по спинам лупит. Нагнись, брусника поспела, шевелись, овес в поле дошел. Лупинские заморозки на овес садятся, брусникой сластятся. То есть каждый день в этом календаре еще очень поэтически красиво описан. Женщины, закончив утренние хозяйственные дела, берут детей, идут в лес за ягодой. Брусника издревле славится своими целебными свойствами. Бруснику использовали по-разному. Пекли пироги из брусника, готовили варенье и пастилу, варили компоты. Большой популярностью пользовалась моченая брусника. Сок из ягод применяли при простуде. Из листьев варили чай, помогающих при болезнях кишечника и печени. Мужчины с утра отправляются на поля убирать лен и овес. Приметы. Если журавли двинулись в теплые края, зима наступит рано. Если журавлиный клин высоко, это к частым морозам. Если деревья дважды цветут, значит зима долго протянется. Горох на грядках расцвел к теплой долгой осени. Лупов мороз морозит нос. Ура!